Друзья, всем привет. Смотрите, заснеженный город, это не Аляска, это Гази Паша. Халиль, Гази Паша, привет. Еще раз привет. Еще раз всем привет. Рассказывай, что мы покажем сейчас в этом видео. Сегодня мы покажем. Это дом, первый этаж, квартира 2 плюс 1. 2 плюс 1? Да. Какой здесь метраж общий? Метраж 120, общий, бруто. Новая абсолютно, никто не жил, да, без мебели. Никто без не жил здесь. Дом люди новый. Уже живут, но это, которое мы будем показывать, никто не живет. Угу. Какая цена? Цена 50 тысяч евро. 50 тысяч, 2 плюс 1. 2 плюс 1. До моря? До моря 850 метров. В принципе, это в районе центра, где-то мы находимся, да, относительно. Там. Мы вот центр с той стороны, где-то 500 метров. 500 метров до центра, 800 метров до моря. Тихий, спокойный район. Вот здесь есть красивый ресторан тоже. Наверху там, да? Да, наверху. Где флаг? Вид очень красивый. Как крепость. Да. Сейчас покажем. Так, заходим. Интересная такая. Отдельная. Ага, отдельная кухня. Место большое под холодильник. Здесь еще. Здесь уже ничего не поставишь. Под холодильник, шкафчик. Кран, шкафчик и вот кухня, все, что вы видите. Место под посудомойку, под машинку. Такие шкафчики. Здесь есть балкон. Вот такой вот. Солнечный довольно. Вид на горы. Это кухня. Шкафы. Зал. Зал. Люстра есть. Паркет. Да. Опять ламинат, потому что люди любят ламинат. Да. А зимой не холодно. Да, плитка когда-то. Проблема. Вот это супер вариант. Здесь вот такое большое окно и выход тоже на этот балкончик, где мы только что были. Санузел, душ, спальня. В Алании такого не найти. Даже 1 плюс 1 очень сложно, 50 тысяч найти. И цены будут, друзья, повышаться в ближайшие месяцы, поэтому не тяните, обращайтесь. Да. Если вы здесь находитесь, вас привезут, покажут. Да, все. Конечно, привезем. Это недалеко от Маунта. 25 минут мы ехали. Да, 25 минут. Говорите, что от меня, вам будет обязательно скидочка, будет хорошее отношение. Да. И также, помимо этой квартиры, вы можете предложить еще много всего в Гази Паше. И 1 плюс 1. 1 плюс 1, 2 плюс 1. И дуплексы. И дуплекс. И все цены совсем не такие, как в Алании. Боги 2 плюс 1, потому что туристов не было здесь много, только которых было. Только начали они строить 1 плюс 1. Новый дом, много 1 плюс 1. Вторичку более 2 плюс 1, 3 плюс 1 и отдельная кухня. Вот здесь тоже отдельная кухня. А вопрос такой, вторичка в Гази Паша тоже дешевле? Дешевле. Дешевле, еще дешевле, чем новая, да? Да. Угу. Все цены обращайтесь, пишите, звоните, вам все расскажут, покажут. Да, спасибо большое. Пожалуйста. Такая вот квартирка. Такая интересная планировочка. Кухня отдельная. Многие вот хотят именно отдельную кухню. Вот в Алании это не часто встречается. Здесь вот в квартирах во многих именно отдельные кухни. Все, обращайтесь, друзья. Доверять этим ребятам можете, как мне. Они молодцы. Вот домик как выглядит со стороны. И мы были здесь, получается, на первом этаже как раз. Солнечно, тихо, горы рядышком для любителей прогуляться и до моря пешочком пройти. Одно удовольствие. Гази Паша меня очень покорила в плане именно своего спокойствия. Обращайтесь.
берут вам любой вариант от 35 тысяч евро квартиры в Газипаша, новые причем.